В администрации округа прошла встреча с жителями Павшинской поймы. На повестке вопросы взаимодействия с новой ресурсоснабжающей компанией ООО «Тепловодоснабжение», которая с недавних пор стала в микрорайоне единым поставщиком тепла и горячей воды. Котельные приобретены. Одна – это ГТС Стардов, как банкротная котельная. Котельная Павшина, соответственно, приобретена как объект уже недвижимого имущества. Встал вопрос создания единой инвестпрограммы по модернизации теплового хозяйства. Образованная организация ООО ТВС – это наша эксплуатирующая организация, которая объединила, взяв в аренду недвижимые активы, в эксплуатацию. В связи со сменой поставщика возникли определенные трудности, и отразились они прежде всего на квитанциях. Как сообщили жители, начисления в них ошибочны. На этот вопрос ответили начальник абонентской службы ТВС и гендиректор ООО «Контрольные платежи» структурного подразделения тепловодоснабжения, принимающего оплату за поставленные ресурсы. Котельная Павшина передала новому поставщику некорректные базы данных. В ситуации уже разбираются. В ближайшие месяцы информацию скорректируют и будут произведены необходимые перерасчеты. У нас нареканий к данному платежному агенту нет, всегда все четко и правильно. Ну а переходный период, он всегда сложный, всегда неправильный, всегда с ошибками, даже если бы хорошо передали транспортный файл. С января по август будет, да, это право даже в текущем году сделать корректировку, либо в первом квартале следующего. Это нормально при смене ресурсника. Еще одна тема встречи – планируемое строительство многофункционального общественно-делового центра на Красногорском бульваре. Площадь объекта – 4500 квадратных метров. В предварительной концепции – коммерческие помещения, фудкорт и детский центр. Участок в собственности застройщика. Однако все нюансы – от организации подвоза товаров до размещения контейнеров – будут под строгим контролем. С организацией парковочного пространства тоже проблем не будет, заверили на встрече. Здесь надо понимать, что объект будет проходить экспертизу, и все парковочные места по нормативам должны будут расположены на территории земельного участка. То есть за границей земельного участка его парковочное пространство размещено не будет, и он, соответственно, не пройдет экспертизу по данному объекту. Все пожелания жителей микрорайона будут учтены в итоговой концепции. С ними также обещают продолжить обсуждение проекта в формате аналогичных встреч с представителями администрации и застройщика. Подобные мероприятия проведут и по вопросам взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией ТВС. За процессом создания обратной связи будет следить рабочая группа.